Огонь, зло. Нормально там было, да? Не знаю. Ты знаешь, что девочку куда ее убила? Не знаю. Из-за чего-то... Из этого дома, да? Нет, а из-за чего непонятно, да? Не из бани, вот баня целая стоит у них. А где-то вот здесь вот, тут у них сараки были, где-то вот видео горело. И Валя увидела, и все получилось, и к нам перекинулась. Ну, а жильцы-то не пьющие, нормальные люди. Ну, она-то нет, и что, она вообще не пьет. Нормальная, ну, да? Ну, это бывает, выпьет, ну. Вот жалко, вообще зло просто. Огонь все сжирает. Так у нас вот все сараки, у меня сын переехал. Строится все там, вещи все завалили, мое все, зимний, все полностью прогорело. Да, конечно. Ужас вообще. Собираться пойдем, все. Кто-то переехал, потому что строится, все вещи-то сюда к нам перекинули. И гараж, и сарайка, и все, и вторая сарайка сгорела. Ну, туалета стояли, ну. Весна. Жизнь. Кто-то сказал, что не сюда убили, Валя. Может быть, я не видел, а только подошел. Я слышал, она кричала, потом уже не. Куры сгорели, собаки сгорели, кошки сгорели. Куры, собаки, кошки. А газовых баллонов-то нет внутри? Ну, газ. Ну, он отключил, видимо, не знаю. Вон, газовики говорят, или что там приехали. Угу. Мы сами горели, кстати. А вот этот сосед нам позвонил, что вы горите. Воды не хватает, все сразу разгорается снова. Жутко, ребята.